Всем привет, сегодня покажу вам фокус Тиву, уже не знаю какая версия, но просто его захотелось выложить. Зритель любой момент говорит стоп, к примеру, вот здесь. Это туз-пик, я не знаю, правда, какая это карта. Все карты в колоде разные. Это тоже самая обыкновенная карта. Все, все карты перевернуты. Вот, возьмем первую карту, это гарантийный джокер. Я, правда, не знаю, какую карту вы выберете, и накрою колоду по латкам. И, в общем, на секунду можно было его даже накрывать, но туз и джокер поменялись местами. Вот, если вы не поняли, пересмотрите еще раз, потому что фокус очень быстрый. Оценивайте, комментируйте, секрет смотрите ниже.